Смотрите, какая черника крупная. Рад всех приветствовать на своем грибном канале. Сегодня у нас 20 июля 2020 года. Приехали мы в ельник. Но здесь ельник, он смешанный. Но основное дерево — это, наверное, ель и осина. Лес этот грибной. В прошлом году здесь и подосиновики двух видов, и подберезовики различные, и белые различные здесь росли. Причем росли они довольно-таки обильно. Вот. В этом году вот приехал сюда первый раз. Знаю точно, что попадется лисичка, потому что она у нас везде сейчас растет. В том числе и в ельниках. Но хотелось бы, конечно, и благородных грибов найти. Поищем, посмотрим, что получится. Скажу сразу, черники здесь море. Огромные плантации черники. Она крупная, ее много, но сегодня мы приехали не за черникой. Все, наверное, затягивать не буду. Время 10 утра. На улице уже больше 20 градусов, но ходить более-менее комфортно, не жарко. Поэтому приступаем. Все, что найду, все покажу. Смотрите, какая черника крупная. Вон она. Везде тут. Вон она. Ягоды. И тут прям вот весь лес. Прям весь лес черничники. Что с этой стороны, что с этой стороны. Один черничник. Ходят люди, собирают, и черники полным-полно. Каждый день наливается. Я вот по дороге иду, и вот у меня первые грибочки попались. Первые лисички. Вот черничники в амху. Вот она, боровая лисичка. Сразу несколько штучек удалось найти. Так сказать, мини-полянка. Вот. Берем. Все, берем. Продолжаем. Сыроежка маленькая. Раз. Чистенькая. Вот тут еще одна. Это уже червивая. Но заметил-то я вон вообще что. Около елочки стоит. Белый гриб. Белый гриб еловый, но переросший. А раз он переросший, скорее всего, наверное, червивый. Да, тоже все. Таких мы не берем. Ну, значит, здесь в ельнике белые грибочки. Была волна, может быть, еще что-нибудь найдем. Вон тут две сыроежечки маленькие. Нашел чистенькие. Сыроежек полно. В основном красные. И в основном уже большие. И немного лисичек. И вот тоже полянка лисичек. Смотрите. Вот. Вот они все идут, идут. Под листвой их плохо видно. А вон они какие. Дальше. И вон там еще. Вот. Нормально. Приступаем к сбору. И пойдем дальше. Так вот через черничник выйду на дорогу. И по дороге дальше пойду в лес. Тут ходят, кричат женщины какие-то. Скорее всего, чернику собирают. Тут недалеко, в километрах трех, деревня жилая. Большая. Вот. Ну хорошо, что грибы попадаются. Не все собрали.
Лес огромный. Еще лисички. Да, тут дождик был. У нас в последнее время дожди кратковременные. Хороших дождей не было давно. Сейчас ужа видел здоровенного, но камеры с собой не было, они с корзинкой лежали в стороне, не успел заснять. Нормалек. Вот только что нашел лисички, но здесь какие-то уже загнившие, все хорошие я выбрал. Уже вон какой результат. Одно в корзинке закрыл. Хотя не сказать, что уж большими кучами они попадаются. Но попадаются. А дальше-то голову поднял и сразу не видел. Смотрите, чернечники, вон еще лисички. Вот еще лисички. Дальше тут даже вон аккуратно, не подавить бы. Вот еще лисы. Смотрите, здоровенные какие-то. Рядом здесь вот сухие деревья складывали. Лес так вот очищают, чтобы не было буреломов. Ходят, очищают, прорубают. Вот. Опа. Здоровенные какие. И вот еще одна. С них вот начнем. Сейчас я их буду чистить. Кстати, ножик тот потерял. Свой, который ходил 2 года. Вот купил легенький. Пока с ним похожу. Все, сейчас эти собираю. Смотрите, какая черника крупная. Они ягодки. Ее здесь полно. Все это вот черничник. Вот, вот конца и края его не видать. Вот хожу, грибы собираю. Вот банку не взял. В машине осталось, потом высыпал. Не хотел чернику собирать. Он не удержался. Маленько набрал. Смотрите, какая крупная. Много ее здесь. Немножко вот набрал. Лисички здесь есть также. Все тут есть. Вот еще лисички нашел. Оп. Вот еще. Вот. Других грибов только сыроежки. Сыроежек полно. В основном крупные, переросшие. Штук, наверное, пяток маленьких набрал. Ну, где-то минут 20 черничку пособирал. Даже, может, 15 покушать. Вот. Сейчас иду до машины, пересыплю чернику. Там дальше будет рядом асфальтная дорога. Такая проселочная, деревенская. Через нее перейду в другой ельник, там еще посмотрю. В этом лесу я один раз заблудился в прошлом году. Ну, правда, через полчаса где-то вышел. Поэтому сегодня я программу включил. Вот здесь вот, где зеленая точка, это машина стоит. Вот так я походил.
Смотрите, нашел полянку с лисичками прямо на дороге. Никто здесь, походу, не ходил. Лисички молодые, свежие. Наберем сейчас ко всем остальным. Вон она, лисички. Вон она. Вот. Сейчас я их соберу. А тут пока камеру заснять доставал. Смотрите. Подосиновичек. Сейчас посмотрим, или желто-бурый, или красный. В елках. Здесь места очень грибные. Подосиновиков тут немерено. Обычно растет. Оп. Оп. Неудобно. Все, вытащили. Сразу же на чистоту. Чистейший. Чистейший подосик. Ну тоже возьмем, так как благородных уж не так много. У нас пока дождей особо не было. Хороших. Ждем. Вот. Возьмем его до общей массы. Вот сюда к лисичкам его положим. Все. Класс. Вон еще один подосиновик. Желтоборый. Вот этот самый лучший. Самый красивый за сегодня. Смотрите какой. Все, его для инстаграма сфотографировал. Вытаскиваем. Смотрите, какой здоровяк. Крупный. О, класс. Твердый. Пойдет к остальным подосиновикам. А вот еще один подосиновичек. Желтобурый. Я уже иду обратно к машине. Со второго места. Уже пора домой ехать. Где-то 2,5 часа ходил. Ну, почти пол корзинки. Набрал лисичек. Вот 2 подосиновика, сыроежки. В общем, для засухи это нормальный результат. А у нас сейчас сезон засухи. Жара. Но без грибов не остались. Ну все, друзья, спасибо, что смотрели. Дальше нас передают сезон дождей. Надеюсь, они будут хорошие. И пойдет основной слой благородных грибов. Поедем с вами в бары, будем собирать боровики. Ну и другие грибы. Подосиновики, подберезовики. Все. Если вам понравилось со мной гулять, собирать грибы, оценивайте видео по достоинству. Пишите комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока.